Всем привет. Мы уже несколько дней не выходили. Масёк, а ты где? Тут. Всем привет. Всем привет. Так, ну что? Я буду готовить кушать. ВЦ рулит, да. Мася будет помогать мне с вами. Так, это наши БЦАшки. Мы их уже съели. А сейчас будем готовить вот такую вкусную телятину с красивым крымским лучком. Как прошел с Ригертом? Шикарно, все у нас было хорошо, привет Павлодару. На, держи, будешь читать мне комментарии, а я буду готовить, что мы хотим кушать. Кушать? Да. Так, что готовим? Так, готовим мы телятину. Телятина у нас будет вот с этим шикарным лучком, с черным перцем, в сметанке. Спрашиваю, это когда мы теперь к Ригерту поедем? Привет с Украины. В Украине тоже привет. Когда мы поедем к Ригерту? Славка в Москве, в Москву более вероятно, в Таганрог при всем желании пока менее вероятно. Так, конечно, бы хотелось бы. Спрашивают, Ролтон де Ширак, вот это все, от него полнеешь от таких макарон? Привет, привет с Сибири. Это не трусы! Ролтон доширак, ну, знаете, это как такой чехню. Если изредка хочется, то почему бы нет? Привет из Челябинска, привет! Челябинск, привет! Да! Теперь почти родной для нас город. Столько много хороших друзей. Спрашивают, к лошадке готов? К лошадке готов. Завтра генеральная репетиция, прогоночка часиков 6. И, соответственно... О, привет из Швеции, привет! Швеция, привет! И где-то ночью начнем. Привет, Псков! Ничего себе! Саша, по пельменям не скучаешь? По пельменям не скучаю. Почему? Потому что у нас есть, показывай. А что у нас? Пельмени. Они не настоящие. Еще пельмени. Так, что вот так. Так, что-то я тут что я закрыла. У нас есть с тобой любимое блюдо? Да, хороший стейк. Рибай или нью-йоркер. Medium well. Бокальчик хорошего красного вина или свежевыжатого сока. Ой, я вас люблю, пишут. И мы вас любим. Да. И привет вот... из Казахстана. Да. Какие лучше макаронные есть? Слушайте, привет, привет, всем привет. Я ем итальянские. У нас где-нибудь остались вообще макароны? Да, они там в этом шкафчике. В нижнем? Да. Макароны вот здесь? Да, вот там. Вон они, этот. Да, да, остались. Мам, сколько у нас тут мяса? У нас тут 600 грамм мяса. Вот такие. Так, вот макароны вкусные. Мне нравится. Спрашивают, как будем телятину готовить? А сейчас мы все покажем. Так что, если у кого есть время, смотрите. Да, мясо здесь 600 грамм. Все остальные можете посмотреть. Вот запись. Это просто на видео так кажется. Королевский уж. Чеснок. Перец. А, меня спрашивают, очень больно было после операции восстанавливаться. Нет, второй раз было легче. Ну и у Саши очень хорошая реабилитационная программа, поэтому у меня все хорошо и быстро прошло. Вот и как. У меня импланты, липосакция всего, чего только можно. В общем, полный тюнинг. Никто не мог смотреть. На самом деле, я же спала и ничего не чувствовала, все хорошо. Я сама потом это видео совершенно спокойно смотрела, мне понравилось. Где Саша задавать вопросы? На что? А вопросы какого плана? Если для видео, то это один расклад. Так. Видео продюсер будет. По поводу тренировок для видео. Пишите в группу Саши, администратор все передаст, либо мы отметим. Саша супер. Саша суперский вообще во всем.
Ой, ловите синие сердечки. Спасибо, спасибо. Саша, волосы красишь? О, у нас в этом есть штучка. Расскажи. Рассказываю. Я рассказываю? Я ей предложил покрасить волосы несколько месяцев назад в розовый цвет. Она сказала, фу, не хочу розовый. Не-не-не. А сегодня приходит и говорит, слушай, мне мой стилист говорит, что надо Сашу покрасить в розовый. Ну и мы решили меня покрасить в розовый. Да, да. Где-нибудь в апреле. А, Саша очень любит его родителей и принимает таким, какой он есть. А что в нем не так? По-моему, совершенно нормальный человек. Телятину, готовим телятину. Спрашивают, тату еще будешь делать? Буду, но времени нету вообще ни на что. Ой, говорят, розового хватит. С розовым перебор. Не знаю, мне с детства нравится розовый цвет. Да? Да. Саша, покажись в камеру. Так, как попасть на тренировки к тебе? Пишите в личку, у меня сейчас начали приезжать даже ребята с других городов. Ой, спрашивают, можно показать твою попу, как выглядит в розовых лосинах? Сейчас, погодите. Вот так он выглядит в розовых лосинах. Красавчик, да, я сама его обожаю. А, тебя обозвали отчаянной домохозяйкой. Ну, вы так и назовёте на следующее кулинарное шоу. Ой, нам розовые сердечки нам шлют. Спасибо. Саша, какой вес у тебя? 120. Спрашивают, как тебя отец воспитал? Как воспринимают тебя родители? Как меня воспитал отец? Нормально. Спортом. Но так как папа с нами долго достаточно не жил, то видел я его крайне редко. У меня было самовоспитание. Сам воспитался. Какой у меня вес? У меня еще большой вес. Мне еще худеть и худеть. Что ты думаешь о Гербалайфе? Это такая же марка спортивного питания, как и все остальное. Топ в ней есть. Просто это сетевой маркетинг, то есть сильно завышенные цены. А так, не отравитесь, кушайте то, как немного в общем есть. Всяко лучше, чем сидеть на бездумных диетах. Опять же, употреблять не надо, не можно заменять 1-2, иногда даже 3 приема пищи, но обычная пища должна быть. Все то же самое, как в обычном спортпитании. Просите, чтобы я в камеру показалась. Что тут надо нажать? А ничего не нажимай, просто переверни телефон обратно. Переверни телефон обратно? Так. Вот так вот. Вот так я выгляжу. Саша, какие стринги лучше носить, те, которые комфортные? Были кружены, можно было. Ира поправилась, в смысле веса нет, в смысле веса у нее все на минимуме, а в смысле физического здоровья все нормально. Вчера у меня было 1,5 часа тренировка, а вечером еще 2,5 часа степа. Практика 180 нормально или нет? Практика 180 это невысоко. Опять же, смотря что вы еще употребляете. Саша, будет видео про бисепс, будет. Почему Ира сидит на лице? У Иры всегда такая легкая проблема есть. У нас сейчас будет с Ирой очередная операция. Мы удаляем ей гланды, которые нужно было удалить в детстве. Она всегда боялась. Мы в очень хорошей клинике. Все будет хорошо. А после этого будем бороться с Ирой на лице. Саша, креатин стоит принимать натурашку. Креатин можно принимать натурашку, если не чувствуете давление на почки, если они у вас здоровые. Не заупотреблять 5-7 грамм, не больше. И делать перерыв. Так, зачем удалить гланды? Потому что одна из них вообще практически не функциональна, а вторая сильно повреждена. Закрыл динамик, открыл динамик. Саня, сейчас на курсе, я уже говорю. Вопросы про фармакологию мы так сильно не обсуждаем. Курс, не курс. Всегда есть какой-нибудь курс? Показать животик? Чей животик? Мастер, покажи животик. Все. Ирин животик. Так, вот так вот готовится еда. Минут через 3 мы сдавались по пармезанку, да, и... Так, что тут у нас? А, натертого пармезана нет? Есть? Есть. Вон упаковка. Так. Креатин с БЦА, норм. Делись вкусняхой, ребят, да я на самом деле очень гостеприимный в этом плане, но вряд ли бы рядом. Какой спортпит пивом?
Только БЦА, видите, это БЦА, больше не такие. Бета-аланин пью? Нет, не пью. Ем витамины, витамины уже рассказывал, какие пью. Лично мне нравятся вот эти, я пью уже последние 3 года. И, соответственно, пью БЦА. Мы с вами сшибательная пара. Спасибо. Спасибо. Мать, а мне надо открытую эту штуку. Давай. Бета-аланин называется Саша? Нет, они просто в моем пакетике, потому что ребята пошли мне на встречу, и, соответственно, будут распространять БЦА в моих пакетиках, которые сейчас по всей России. А кстати, клинику для сдачи анализов мы сделаем это в инвитро. А сколько в день ем вид, да немного. Какой хороший жиросжигатель, да и практически не осталось в России хороших жиросжигателей, потому что все позапрещали, что только более-менее работало. Почему? Поэтому я лично уже давно не использую в своих клиентах никакие жиросжигатели, просто правильно питаемся. Где купить мои БЦА? Смотрите, у меня вышло видео на основном канале в Ютубе. Соответственно, там внизу есть ссылка. Обращайтесь к ребятам, те ребята, которых беру я, и они вам все расскажут. Вот. Как насчет хмельдония, ребята. Мелдронат был известен уже давным-давно. И все, что там сейчас происходит, я все-таки считаю, что такая крутая пиар-акция. Сметана не вываливается. Трудно одной рукой готовить, второй рукой болтать. Давай я сделаю. Вот. Пьете мелодронин. Так надо понимать, что мелодронат, по большому счету, это помощь для сердца. Вы хотите от него какой-то это. Результат, как готовить перепелку, мы готовим их крайне просто. Кстати, последний рецепт я еще не пробовал, но его можно легко сделать. Это взять маринованную помидорку, засунуть ее внутрь перепела. Помазать любой немножко легким майонезом, сверху закинуть пармезанчика, перчика черного и поставить на 28-32 минуты по 220 градусов. Будет хорошо. Из телефона запах мяса? Может быть, да, мне тоже кажется. Запах хороший. Так. Водочка под мяско, как думаешь? Водочка под мяско обычно идет хорошо, если это на хорошей природе с хорошими друзьями. В повседневной жизни вряд ли. Так, кто-то по мне соскучился, кто это? Алекс Андомарлиновский. Привет. Чисто из интереса, да. Гормон роста поможет расти? Поможет. Ставить просто вопрос, зачем вы собираетесь это делать. Так. Может, и вопрос свободно живем. Куда? Куда? Но можно добавить только, только немного, то у меня будет изжога. Ну, там будет продолжение про девочку, которая учится тренироваться. Будет, не успеваем. У меня скоро день рождения, у меня сейчас. Завтра я играю диджеем на вечеринке. И дальше будем смотреть, что у нас из этого выходит. Через несколько недель, наверное, мы снимем продолжение Live Now. Мы не забыли. Приятного аппетита тому человеку, кто собирается есть пиццу. А мы вот так вот будем начинать наш ужин и заканчивать нашу готовку. Собственно, вот все. Сколько стоит БЦА? Ребят, вся информация на сайте, пишите в личку людям, которые распространяют. Я не знаю, что там у них, потому что я беру по очень много. Главное ударить нельзя, так, это я уже слышал. Все, мальчики, девочки, всем огромное спасибо. Очень чем хочется ужин? С секосом. Все, спасибо, до свидания, выйдем в эфир. Надеюсь, уже не без такого длительного перерыва. Пока.